по-настоящему. А фраза «как я, как Элвис», она странно звучит, но ее понять можно так. Вот как будто бы Элвиса никогда не было, а был только я. И сейчас у меня есть такая возможность, и спасибо вам, что вы послушаете, и мне станет легче. То есть вы послушаете, а легче станет мне. И спасибо вам за это. Потому что надо избавляться от некоторых желаний. Так что сейчас я спою «как я, как Элвис». Подчеркиваю, вот как будто Элвис никогда не был, а был только я. Спасибо. Луч солнца золотого, зимы скрыла небеса, и между нами снова вдруг выросла стена. Километра. Стена. А, не видно ничего.